В Лондоне только хорошо. Ну, вообще тогда мне готов. Остались хилы и один ДД. Кушка говорил, что их холиком зайдет. Еще два надо. Потому что холики слишком быстро по мане седают. Суманите, пожалуйста, а то у меня полетка вообще 50%. Гимноман, гимноман, как он там называется, блядь? Гимн надежды. Гимн надежды. Нельзя применить к этой цели. Настя, тебе нельзя суманить. Так, попробуй показано. Еще раз. Я просто... Типа, как там? На маунче было. Не-не, портал заходил. Пришел? Не пришел. Удивительно. Я вот здесь лечу. Не успел. Я посмотрю, КД нету или есть. Нету КД. Я вообще в десятки не ходила никогда. Как и я. Войд, у меня и шея, у меня есть репа. Я только в долг заняла, косарь. Ну, косарь, это же фигня. Я же не фармлю. Все уходит на фласки, на этого рогу. Ему надо этот припоты, поты. Вообще дорогой его дорога. Артишоковый чай надо. Не, я его не пью. Ну, все, похуй, а он же, по-моему, понерфленный чай. Сколько он там резает? 15 минут? 10. 10? Так это же вообще пиздец. Раньше по 100 резал. Не, Гнидыч, спасибо, я закупила фласки. По 49 голды. Привет! Здорово. Пипец, я убитая сейчас. Я после волейбола пришла, у меня так ноги болят. Я выпад сделала неверный. Прям, руки болят, и ноги, и поясница. Настя, готова рога хилить? Нет, не готова вообще. Я напуливать могу и ДПС. Ой, сейчас засмотрите еще раз, я пойду этот символ поставлю на напул. Я забываю каждый раз. Блин. Еще рано, рано. У тебя еще остров погода есть, оказывается. Да. У меня все есть. А, у тебя показывает, какой у меня каст? Угу. Короче, этот самый. Я выбил топор с келя, 226 на Редрика, и сразу же, их два причем выпало, один ханту отдали, один мне, и еще щит выпал на протопала, у меня 213 там был, так что вообще кайф. А, я видела. Ну да, прикольно, неплохо. Теперь осталось мне рогу одеть. Я, блин, не смогла днем, на учебу ушла. А ты у нас копал-то? Не. Ты у нас хэпал, ты нам сейчас, на хэпал. Сейчас мне кто-то напоминать будет, как за шипы играть. Ой, там... Войд, было дело, но я уже не помню. Там пуроки отслеживают, пипец, нано. Эти дотки, мне на роги сложно комбо-поинты набивать. Мне надо аркана вообще. 1-1-1. Ну, это как раз... 1-1-1-2. Аркан. О, а знаешь, что есть Fire Spam Bolt build. Угадай, что после единицы идет. А кто это такой? Какой-то мистер Бигглсворд. Кто это? Кто знает? Кто? Это ж это котик, сейчас если его. Кто? Кельтузат начнет кричать, если его убьешь.
Да? Да. Кто? Откуда? Вы убили это пуши. Я не хотел, конечно. Кошка, да. Там твоего сородича убили. Мистер Бигглсворт. Надо загуглить, кто это такой вообще. Как? За что? Вот у меня есть однокурсник с таким же голосом. Вот не могу кошку слушать. Как будто бы другого человека слышу. Легендарное существо, а именно зверь. Блин, я не могу. Кто я по классу? Разбойник. А кто минут. Это не я. Кошка-люк. Кошка? Или? Кошка? А кто еще? Кошка. Кошка и кошка. Походу, кошка. Придется кого-то раздублять в хила. У меня хила спека нет. А как креветочка, да? Креветочка, это шаман. Не надо знак 10. Но там, конечно, все убого. Точно, он же шаманом хотел креветку. Он просто собирает. Нет, я думал, что мне придется с шаманом типа. Да, придется. Вот именно. По-любому. Нужно будет... А, Роланда, если что, на боске нибудь спехнется. Офигеть, символ, 55 голды. Пойду на... Мне все равно, я могу спехнуться, но шмот в банке. А что там, кто-то пойдет? И не весь. Да сейчас в эту... Арти спешу. Задрулю же. О, если задрулю. Или Арти, если пойдет, будет заебись. А задрулю нет в сети. У него свет отключили, он сказал, наверное, недолго. Наверное, недолго, это значит... Ну, это же не Билайн. Не Ростелеком, который сначала сказал, что вот так-то, а потом обманул. А тут есть еще Васа в ретрике идет. Тут сколько боссов нужен танк? Всадники, потом кто? Тадиус, кто еще? Я чопся Ваза раздуплю на Локи, если надо. Ваза раздупляй, Лока вообще бисовая тема. Прям скажи, Ваз, пора Родину спасать. Родину? Ну, мне на работе так говорят постоянно. Войт, кем работаешь, забываю все время. В охране, военный завод. Снаряды, бомбы делаем. Ой, страх. То-то ты 3-1 работаешь. Ну, типа, считается, что если сутки поработал, что за 3 дня, типа, полностью восстанавливаешься, по идее. Но я 3 дня тут заебываюсь, блядь. По-человечески сутки трое. Сутки трое, ну оно хороший график, даже... Я говорю, что по-человечески, то у меня отец, я сутки через сутки. Не, сутки через сутки это вообще не по-человечески. Не, ну знаешь, смотря какая работа, опять же, если, допустим, она... Я просто в среднем говорю про сам график сейчас. Но это жесткий график, потому что если ты, допустим, просто сторож, да, сидишь и просто ничего не делаешь, то это еще как-то можно вытерпеть. А если у тебя работа военная, вот, допустим, с оружием связана, если ты с оружием, там ответственность. Моральный стресс еще как минимум. Да. Это тяжело очень. У нас вот один, короче, мужик. Ну, сколько ему? 50 лет. И умер от этого, от коронавируса, короче. Ну вот, буквально сколько, 2 недели назад. Что-то и месяца 2 назад заболел, там, и в реанимации долго лежал. Ну и, короче, умер. Ну и все, и началось вот это, где-то куда-то надо, там, на дальние посты, на какие-то удаленные. И нужно, типа, подмены. И вот люди выходят, получается, и сутки через сутки. Никто не хочет, все отказываются. Void. А что там, может быть, ты знаешь, куда перенаправляют ваше оружие? Да хоть куда, но в разные страны. Ну просто там вот это вот ехало, короче, когда с Элисты в Москву. Там столько фур с черными номерами военные проехали. Папа говорил, что это по-любому что-то везут, снаряды какие-то, вот это вот. А как ему угодно, от учений до солдата на выезд куда-то. Ну такие да. Прям крутые тачки, большие прям. Там, понимаешь, вообще. Там не просто снаряды, там, я не знаю, там и торпеды, и ракеты. То есть, ну,
Это все секретно. Ну, страх, знаешь, с таким... Большое оружие в нем не возится. Обычные. Уже как-то к ним привыкла, когда едем обгон. А вот это вот страшно обгонять. Не, ну, можешь не бояться, днем большое оружие вообще никак не возят. Ну, вот мы 17 часов в пути находились. Свет там в дороге или при ночном? Мы, не помню, кажется, ночью выехали, часов 10. А, не, в 2 часа ночи выехали. И вот ехали в Москву. Что мы часто видим вот такой вот... Всех такой есть... еще могут. Я сами заряды ночью только перевозят. Это, ну, нельзя просто днем перевозить их. Ну, пипец страшно. А еще когда вот в 12-м или каком году Донбасс, все дела, да, в Ростове, короче, там что-то происходило, а мы еще рядом проезжаем в Москву, едем. Вообще, я, блин, трусовала, соковала. Тут уроды одни на входе. О, Артик. Много? Да. Ну, Артик сказал, что у него, короче, очень большой пинг. Большой пинг можно, конечно, почистить. Ну, это так. Если интернет не лагает, а чисто игра тупит. Много народу? Вы деретесь или что? Я просто не хил. О, ты убил его? Ща я. А, он меня бьет на 5000. Все, я побежала в этот. А я их буду убивать уже. Пипец, ты видел, он мне просто за 2 секунды снес. 70%. Понимаешь, он мне 90% хп снес с найтычкой. Ну это же ПВЕшные. Ну, и я им снес. Ты тоже, кажется, ПВЕшный. По 5к дамажит. Сейчас, может... Что Настя, ты, шипы? Конечно, бомбически смотришься, блин, в то рейне. Вообще, прикол. Посмотри на мои плечи. Это, скажите, что там ШП отслеживать надо? Короче, плетение тьмы... Все дотки. Дотки, плетение тьмы еще есть такая тема, да? А что-то там есть какой-то талант или типа символ, который дотку обновляет, когда... Это талант. Талант? Да. Ну, отличная тема. Я своему талант показала. Для того, чтобы этот... Это символ, чтобы а не дотка... талант сразу. По-моему, символ, да, который дотка сама обновляется. Ну, почему? Это талант боли и страдания. С вероятностью 100% талант? Ваша пытка разума обновит действие заклинания слова тьмы боль. Также уменьшает талант. Вам, да. А слово тебе смерть включает. Вот. Ну, так она будет постоянно висеть, если ты будешь кастовать. Да это я знаю. Обновлять. Да я, в принципе, я могу... Обновлять нужно прикосновение вампира, взрыв разума и... Что там еще третье было? Короче, вы меня, дурачка, не слушайте, я так-то за ШП играл. Ой, ну что ты тогда начинаешь? Нормально же общались. Я, блин, Телмивеном просто, ну я не знаю, сколько последние года два, наверное, пользоваться начал. Я его только на ПВП и... Каражан использовала. Когда, знаешь, на ласте нужно сбежаться или там глыбу поражать, или копии вызвать, а ты такой стоишь, дальше кастуешь, не видишь свой дебаф. А там же 2 или 3 секунды дается. И нас заставляли, короче, Телмивен на всю подрубать, на весь экран, чтобы горело желтым огнем. Прям ничего не видел, и сразу сейв жмешь. Ну, это вообще работало прям... Нормально. Есть у кого-то шлифовальный камень? Попользоваться? Да, есть. Давай. Кому дать? Уже дали. Понял. Собственно, можем пока чуть пойти что-то побить или нет? Задрулю. Ну что, там тебе свет не дали? Войд, хочешь 2 камня классных? А сколько тебе нужно? Так, 1, 2, 3, 4. Идемте трэш-чистить пока что. Какой портал? Да, давайте получи. А 10-й будет человек там? А Вентер пойдет, нет? Вентер там на другой
Ой, над Архнусом экспериментирует. Ну вот как раз тут поэкспериментируют. Я готова бить трэш, напуливать. Просто, знаешь, хилом идешь, так запулил, танк подключается, а ты хилишь его. А рогать так не работает вообще. Ты заметил, что камни отличаются? Хотя они все зеленые. Ой, Васа, хильте, хильте Васа. О, кажется, мама пришла. Все, меня было завлекать. Этих на всякий случай. Переместите меня, пожалуйста, в первую пати. Комбат. Ё-моё, какой ДПС. Угу. Ну, по 1000 пытка бьет, это уже хорошо, да? Ой, я нажал что-то. Тучку на капс надо поставить. Тут мне челик какой-то пишет, нам ДЦ нужны в гильдию? Ну... Но он еще пока 190. Ну, с перспективой в ШП, типа. Что не однобокий ДЦ, что типа... Угу. Как бы это... Я просто как бы могу холиком быть, могу в ШП быть. Но я решил с ШП начать, потому что вагон хил это хуже, чем вагон РДД. А какой квест на этой неделе? На Нубрикана? Лоскутик, кстати, а я его взял, вроде. Лоскутик. Вот я смотрите, кто кашля, зашел. Лоскутика, вот свет починили. Да? Че, Арти не пойдет? А можно шарить квест, если не сложно? Сейчас. У Арти там пинг по 10к. Я, кстати, могу в принципе ДК пойти, если надо. Надо, не? Ну, если тебе какой-то шмот да. Надо на ДК, то иди, конечно. Не, мне ДК не надо шмот, у меня там уже ульта почти фуловая. Ну, а так, маг этот... Нету квестик. А, ну если квестик, можно, ну. Я могу этот... Пойти... Шаманом? В перспективе Элима создавать. Типа, арти у нас есть. Он уже этот решал мейн. Это у нас сейчас два танка не надо, выбирать только одна. Угу. Тут это, когда будет Рой Саранчи кастовать, а ну барак, Ник, ой, Гнидыч притянешь, короче. Да, там притяжка сбивается вроде как. А чё? Настя, Настя, гляни-ка в гильдии Лостым, когда последний раз заходил? Лостым, сейчас. Кто? А лостом на английском или на французском? На русском. На русском. Лостем. На русском. А, Б, В, Г, Д. Тут просто 380 участников. И, К, Л, О, Ли, территория, Ло, Лове. Нету такого, нету. Ловерос. А, Мак Ловерос может быть 209. Не-не-не, тут был минимум 212. А ну-ка еще раз ник скажи. Лостем. Лостем. Он, наверное, не переходил уже в фантайм. Он, наверное, остался еще в предыдущей, как она там называлась. Мама говорит, может быть, Остин.
Не-не-не, лостом. Я пока наушники заряжаю. Мы на классике вместе играли, я был у него класс-лидером по рогам. Вот, хороший парнишка. Слои стакаются или меняются? Одновременно можно сразу два выбить? Кого-кого вводить? Быть на 100 и сразу два одновременно можно? Нет, один только. Нет. Вот читер захотел несколько стаков иметь. Не, ну типа она для танка и для ретрика, ну ладно. У меня есть, не в этом дело, просто что у меня сейчас активный на этот самый, на танка. Спасибо. Десятки. Я просто могу привлечь одного парнишку в гильдию, вот, но он будет стабильным рейдером. Не факт, что он как бы, когда ты вернешься через месяц, он, ему надо будет на что-то пересаживаться. Ему лучше с лостом договорюсь, чтобы он лостом своего мага отдал. Кстати, Настя, что-то у меня такие подозрения, что вы с этим парнишкой, которого хочу привлечь, в этом, может быть, вы, возможно, даже вместе учитесь. Он тоже в РДН учится. Ну, я могу точно не знаю, где. Ну, короче, он тоже на программиста учится и тоже только первый год как поступил, и тоже с Москвы. Как его звать? Фамилию? Его зовут Лёша. Лёша, не знаю как. Максимов, что ли? Да хз. Дрыщик такой. Он высокий. Возможно. Он... Блин. Сейчас спрошу, где он учится. Где он учится? Ну тогда, блин, у нас на потоке 170 человек. Каждого Лёшу не знаю, конечно. А что, дадите столик с сурделей набрать? Да, сейчас. О, рыбу поставили. Надо было стол на рыбу поставить, блин. Ой, я набрал. Я знаю, что можно поставить портал зато на рыбу. А что эти вагоны магии? Никто не хочет пойти, что ли, повагониться? А, сейчас, погодите, тут есть лог. Дайте мне сесть там, может он захочет. У нашей гильдии. Шаманом-то пойдешь хилить? Кто? Ты. Привет. Креветка. Какая команда, чтобы ДБМ отображался, не подскажете? Может, задрули это. Короче, этот товарищ учится колледж связи 54. Я так понял, это не то же самое. А чё? Колледж связи 54. Я звучит так, как такое не знаю, я хоть какой-то популярный. Узнаешь. А где задрулю? В Наксе. А, подходит. Вот ассиста, дайте лука доберу или не нужен лук? О. Настя, ассиста, дайте там. А что за лук? У меня что-то этот. А что этот лук не в нашей гильдии? Угу. Так он в фантаймах сидит. Здесь. Я сейчас релокнусь, потому что у меня забагался этот. По спеку чё? Ну а чё? А чё ты хочешь, чтоб хилил кашкалюпс за друлю, что ли? Это же вообще жестко. Ну попытаемся. Буквально одну минутку релок сделаю. В принципе, ты ДПС это заебись даешь. Просто. Хотя ладно. Да могу пойти на магу. Я тоже. На... Только этот чмот на Эльма может собирать буду. Да, в принципе, нормально. Не, лучше иди этим шаманом. Ну, мне кажется, так. Потому что загрулю и в сове заебись. Это и инерок, считай. А так он этот инер себе будет отдавать. И хилить ему как-то менее приятно, чем дамажить себе, правильно?
Быстрее давайте, ассиста. Или мне уже дали? Я сейчас вылетел. По идее, сейчас Рел на Войда перекинется или на кого-то еще. На Гнидыча перекинется. Ну, у тебя перс еще тут пока. А ты ну, сейчас нас не будет тут. Настя, а что у тебя нету чарки на арбалет? Ну, потому что погон. Не боюсь, там только плюс 40 к критическому урону дальнего боя, а мне это нафиг не сдалось. А, только на дальней работает, да? Ага. Я даже стрелы не попала, пули. Знаешь, я рогаю с Арастру, когда качался, убивал стрелами с лука. Не-не-не. А знаешь, сколько я сдыхала, когда до 15 уровня качалась? Это пипец. Я в два окна играл. На РТ так. У меня кинжалы сломались на начальной локе в ЛПР. Ты о чем? Ну, Орел пока не перекидывается, пока толкнутый. Мне почему-то загрузка данных началась. Боже, а через ран нельзя запускать? Ну это ж ты программист знаешь, а вот он нет. Да я знаю, что можно через RAM. Можно еще смотри, я в диск сейчас кину, еще как можно. Ну, лаунчер XE. Не, вот смотри. Либо лаунчер открываешь, либо сразу жмешь в игру. Короче, я сегодня танчил 2 часа подряд. За ДК танчил Везекса в десятке. Пытались сделать сложный режим. И... Ну, я такой, наверное, не знаю, то ли уставший, то ли чё, после Накса 25-ки. И такой негатив, короче, говорю, да нахуй вам этот ХМ? Вы падаете, блядь, ловите сокрушение. Типа... А мне не пацаны... убили, да? А нет, они убить хотят. А они говорят, да чё ты? Типа, давайте пробовать, да давайте убьем, да все заебись будет. А сами падают каждый трай, короче. Я заебываюсь, просто встаем, резаемся, блядь, я танчу. Там, короче, 6 паров выходит. И... что-то минуты 2 или 3 там появляется, и они объединяются в большого элементаля. И босс становится под щитом, типа, и нужно сначала элементаля убить, там, 3 ляма у него, потом уже босса бить. Вот. И, короче, такая фигня, что этот босс кидает, короче, сокрушение, как ракета с Мимирона летит, такая же фигня. И на месте, куда она попадет, она, во-первых, откинет, если в ней стоять. Ура! Вот ты теперь РЛ сейчас этот, кошка, ой, креветка зайдет на этот саму. А я быстро за чаем сгоняю. Добавьте бармалю Гитвина в Ги. А где он? Бармалей КА. Короче, не убили. 400 тысяч оставили. А Торима как они убивали? Торима? Ну, видео как обычно. Есть. Надо видео искать, смотреть. Там есть, я за ДК танчил. Ты в коридоре танчил или нет? По-моему, в коридоре. Вот там. Ты с Гаваем ходишь или с кем? Не понимаю. Я со всеми ходил, я не знаю. Я тоже там куда-то там отписала, типа, хочу в статик, но что-то мне кажется, не получится у меня. Все получится, ну, если ты онлайн ну, будешь, блин. Типа. Ну вот это дело, они ходят час дня, а час дня у меня учеба. Лок вала и бьет в Аргримаре. Надо идти на выход. Ну а как мы пойдемте с ума, ничего. Давайте вчетвером, ой, так убьем, что ты тут убиваешь, ёпта. Так он да с нуля. Надо креветку и лока. Просто я захожу. Полшкаф ставит, так редко хил. Пошли тут недалеко.
Можно ему дать этот сумон. Ой, Дискорд, да, ссылку. Да, заебись идея. Так, надо кого-то выкинуть сюда. Кто это будет? Это будет кошка. Сами хитесь там. Я вон лучше с котелом буду. Так. А он сам летит. Ой. Но все равно выйдите и засмоните его. Я тут уже начала каст. Главное, чтоб там маликов не было. Не, ни одного нету моба вообще. Да я уже всех там побил. По факту. Ага, сейчас выйдут нам, Флойдом отомстят, а убил-то их ты. Ё-моё, какие у тебя плечи офигенные. Так, кого еще сумануть? Креветка. Ой, да что у тебя на голове творится, боже мой? Что у меня там творится? Чьё же? Посмотри, у меня укладка, а у тебя какая-то херня. Да нормальная прическа, это моя фирменная. Ужас. Я это чё? Красный вульпер. У тебя хорошо еще челюсть не отваливается, а то я некоторых вообще без челюсти видел. Подождите, Лока нету что-то. Ну он решил сам засуманить. Ты тут, брат? Лок, ты тут, брат? Ну, в Наксе. Да. Чё-то ты меня обманываешь. О, квест. Главное, он уже у рейда стоит, а мы тут его камня, блядь. О, так мы еще и УС-ку, наверное, пойдем, и потом еще и Ока, наверное, да? Ага, вот. У льду пойдем на первого босса обязательно. По-любому. Мне первый босс убит. Ну, да, это, конечно, перебор, надо сначала зачариться. В смысле, на первого босса чариться? Ой, зачем? Не, ну вообще, в смысле, не просто на первого, а дальше. Зачарим тебя, ты видел? У меня еще банк есть с моими регами, которые я покупал. Я там уже половину спиздил, блядь. Ты у меня? Эх. Паразит. Давай. Что мне? Чит, чех. Зачем мне твой чет? Как я тут не чандер? Я не брала эту профу. Я брала все хорошие к рейду, чтобы у меня выживаемость была максимальная. Короче, я все бафнул, что надо, типа, я готов. А мне бафать не надо. Настя, где на пулы? Алло. Ну так еще не пульнули. А лапку бафните, пожалуйста. Настя, дай так. Дай вообще возможность перекидывать из гостиной. А-а-а, так я. Да. А, ну вот там, ладно, я вечером подкорректирую. А то я просто подумала, что всех подряд можно будет перекидывать, кого даже не надо. Ну что там, когда будем бить, что вы там будете бить? Да я его сама не пойму, что-то. Ой, блин, пот не прожало. Блин, вон визи как долго бежать. Ну все. Промах пытки два раза. Жиза. Как он бесит с подкидыванием. Мне, короче, пан порекомендовал для очистки лица, короче, мазь. Сегодня все аптеки оббегала, и в итоге я узнала только одно. Эта компания обанкротилась недавно. Чё так начало пробивать, кстати? ТК начал пробивать. Не, все нормально должно быть. Что-то как-то спылы долго летят, или это у меня какое-то замедленное. Может, я флеш?
Не знаю. Стрелы долго летят, да? Ну да, я их так рассматриваю, знаешь, как будто вот такие красивые летят. 1, 2, 3, 4, 5. Обычно я не успеваю это замечать. О, ткань, Войд, ГТ. Ё-моё, шо там, я не вижу очки доблести. О, нормально, так, распылить. Клечко. Неплохое, да? Пипец, ДПС 0 оказывается у меня. Никаких бафов для миликов нету, это ППС. Вот я не буду тотем давать. Это потом на мех с ним курочку. Почему? Падает. Почему? Вагон, потому что. Никаких бафов вообще нету для мили. Видишь, хотя бы базука дамажит. А чё базука? Когда можно больше ДПС выжимать? Я дамажу? Нет, я вообще-то с пылы рассматриваю, как они там лётают. Блин, там Роланду притянули. Проверка связи. Привет. Слышно. Прием. О, истерия, точно! Я руну не залутал, ледяную. Я двигал. Тоже, пошли. Она нужна вообще? На ихниса. Точно. Или на этого. На Сартариона. Съели базуку? Слушайте, на ну пол, я думал... На пол был, но что-то вы... Что-то... Я думал, я вообще ДПС не дам. 3К дал, это же нормально. Нормально будет. Бля. У меня вообще мана не заканчивается почему-то. Пока что. Ну это хорошо. Некроникс, а ты в Дисе, Некроникс? Он в Дисе, да, с нами. Да, это самое. А это у тебя твинка? Кто у тебя снова в той гильдии? Не-не, это у него мейн. А. Он новенький. Ну-ну. Притянул, да, сюда? А что ты, получается, не дальневосточник, ты вечером играешь? А что так это? Херачишь, да? Как воет? Ну у него вообще, вот если у меня плюс 4, то у него плюс 8 получается. Не пойму, где он живет, рассказывай. Ну какой-нибудь этот самый там. Камчатка, да, понимаешь? Немножко ближе, чем. Блин. А там дорого? Расскажи нам, ценники. Хлеб сколько стоит? Теперь вы адепты господин. То есть это все, что тебе волнует, да? Вообще Настя, молодец! Как хлеб, говорит, стоит? Наверное, на сайте Росстата где-нибудь есть написано, где сколько хлеб стоит. Постновая валюта, да? Хлеб? Ну, блин, у нас хлеб обычный такой, из пекарни в Калмыкии стоит 24 рубля. Это подорожал, знаешь, какой шум-гам был насчет этого. Ты называй в долларах, а то у нас тут национальности куча. Угу. Еще в этом евро называй. Блин, на Байкал. Нет, хотим. Вам-то, братьям, украинцам, это... Вы же там Европа уже. Почти. Давай там. Давай этот стол поем хотя бы. Давай я тебе дам еды немного. Я вообще в Наполе мутик никто просто. Любые перемены цели, смены цели, это вообще минус ДПС весь. Ты Напол вот 20 сдашь в танк, а третий в меня сдавай. Нет. Я вообще стараюсь не тратить на Напу. Ну КД тратит, а и всё, ё-моё. Го, они там тотемы поставят. Ой, разделите нас, шаманов, по пати. Да, вот хорошая идея, это, чтобы очищение было. Я во второго танка обратно, да? Да, во второго танка, лучше во второго танка. Зачем, блядь, зачем тут второй танк? Вы чё, обкурились? Я забыла. Успеем убить?
Конечно, один танк держит. Тут под берсой не убивает его. У него танк охуенно одет. Тут редко ты должен быть. Я говорю, два танка, это Тадиус. Кто еще там? Гуля этот или как там, водить мобоуди? Да. Пошел, пошел, пошел. Что-то сильно пробивают. Это СПЛ летят так. Ну да, 4 моба. Мне тотемы не достают, что ли? У меня плюс касту только есть. И плюс КСПД. Какой давай этот гимн М. Кто сейчас читал? Кош. Должен был. Да. Нет, читал. Прохитьте его, лоха кинем, Васа. Дай. Кошка пол рейд там хилься. Хиль всех. Я его буду держать. Все, не могу держать. Хили его. И тотем сломали. Еле как убили. Неплохо. На холле паладина штаны. Гц-гц-гц. Ну какого на холле паладина? Кольцо. А, ну да, смотри, тут никому не надо, кроме тебя. Бери-бери. Пипец, тут на меня ничего не падает. Тучка, я вовсе не ШП. Ага, вспомнила я. Вы, ты уже полюбил столбы? Какие? Обычные. Не знаю, не арена. Господи. О нет. Настя, плохо напуливает. Да что-то не помню вообще. Уберите своих петов, только не сагрите, пожалуйста. Я по привычке за лока иду спинкой, чтобы пэта не сагрить моба. Не все такие умные, ты представляешь себе? Это пипец вообще. Весь трэш здесь. Кстати, ты ДЦ или чё? Я кто? А ты можешь... А, у тебя не прокачан будет скилл. Ладно. А что надо? Ну там у ДЦ, короче, щит, регинит МП5, рагу, все такое. А, на это на ДЦшник, а у меня нет денег на второй скилл. У меня тоже нет денег на комбат. Пес у меня на нет. Пул есть деньги. На что на пул? А на пул есть деньги. На пул деньги не нужны, только рага. Рага сама восстанавливается, а деньги сами не восстанавливаются. Ну, бежим прямо. Вижу уже. Привет, кто там? А там еще сработать должен.
Я заметила, что у вас не сразу диспелит от этого ощущения. Где-то 2-3 секунды. Когда его сразу ставишь, он сразу диспелит, когда сразу я отбросился. Я переставляю сюда. Вот когда яд стоит, и ты сразу, и вот, ну, как бы, висит на тебе, и ты кидаешь только тогда тотем, тогда да, очищает. А вот когда только яд навесился... Поэтому, когда яд кидается, я сразу переставляю. А вообще, да, он же там 3 секунды, как и этот тремор тотем. Ну, вообще не нравится мне. Ставь тут. Что, будем сбоку стоять, чтобы далеко не улетать? Или как? Разрозненно. Кстати! Без разницы. Можно мне не каску, а кулак? Ну да, пустим по 5 минут. Слушай, креветочка, ставь тогда тотем на маму, а я буду тогда миликом ставить на, ну, снятие болезни. Угу, окей. Васа, кинь мне кулак, пожалуйста. Ник, я же спрашиваю. Мига. Амига. Друг твой. Сагильдеец. Не, я понял, я просто вас потом...